Пойдем тебя за 36 пытаешь, во имя Христа Назарея, прямо сейчас. Дух немощи, поднимайся, оставляю. Именем Иисуса Христа, дух немощи, изгоняй тебя. Иисус, спасибо. Счет по всему телу. Течет. Свобода. Свобода. От макушки до пят. Полное исцеление всего тела. Все тело, каждая клетка тела освобождающая. Царство Небесное приблизилось. Дух Святой. Спасибо, 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 спасибо. Свобода. Все? Спасибо. Сейчас подождите, как сейчас? Ну, жарко стало. Ну, да, жарко. Боль ушла? Да. Легко стало? Что было трудно? Были какой-то дискомфорт, проблемы? Да, боль была чуть-чуть. Сейчас там ушла боль? Да. Вы не хотите сказать, что у вас было? Не, ну боку болело. А? Боку болело просто. Что ж боку там болело, да? И что ж боку перестало болеть? Да, да. Все правильно. Хорошо, Павел, вы идеально. Защиту держали дома, у меня гипертрофия. Господь, я благодарю тебя. Именем Иисуса Христа я приказываю гипертрофии выйти вон, щитовидная железа и исцелить. Дух немощи, не молитва. Дух немощи, выйди вон! Выйди вон! Выйди вон! Вот, втягивается. Втягивается. Чувствуете, как втягивается, да? Да, чувствую. Чувствую. Иисус, спасибо. Спасибо. А ну, делайте дыхание. Легко то? Да. Все. Да, человек исцеляется. Хорошо. Да, давайте. Мои проблемы с ним. Какие проблемы? У ребенка Божьего. У меня и давление бывает. И сейчас у меня появится еще душа, и не помню, у меня сердце болит. Он болел у вас? Болел. Сейчас перестало болеть? Дух Святой, спасибо, благодарю тебя за то, что исцеляешь. Господь, спасибо тебе, эта женщина в твоем царстве. И в твоем царстве закон действует твой закон. Сейчас во имя Иисуса Христа опоясывающий герпес уходит. Спасибо, Иисус. А куда все выносит? Дом культуры завтра. Перестал пока вот. Отец Небесный, я благодарю тебя от макушки до пят. Полное исцеление, полное здоровье. Я говорю, от макушки до пят. Каждая клетка тела исцели. Дух немощи. Тьма. Господь, спасибо. Господь, спасибо. И тут спасибо, освобождается, исцеляется прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, путь свободна. Аминь. А? Уверены, что они там есть? Вы верующие или нет? Я только что покушаю вам. Дочь? Когда вы дочь? Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я высвобождаю силу Божию, силу Царства и Свободы в тело Валентина. И я говорю, Господь, спасибо. Я провозглашаю кисть Валентине рассасывается. Именем Иисуса Христа
прямо сейчас. Господь, я благодарю тебя во имя Иисуса. Иисус, спасибо. Почки чистые. Аминь. Все. Идите с верой. Хорошо. Дух. Господь, я благодарю тебя за то, что ты исцеляешь. Во имя Иисуса Христа воспаление уходит сейчас, моментально. Дух Святой, Дух Святой, спасибо. Воспаление уходит. Уходит, 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 уходит. Дух Святой, спасибо. Они же за себя. Друзья, кто еще нуждается в исцелении? Да, подходим. Отец Небесный, я благодарю тебя, потому что ты ляешь во имя Турильта, обмен веществ исцелений, во имя Иисуса Христа тело, стань меньше на 15 килограммов. Сейчас во имя Иисуса Христа тело начинаем уменьшаться в весе. Сейчас вся вода, жиры, углеводы лишние выходят. Именем Иисуса Христа тело сейчас уменьшайте в весе. Уменьшайте, 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 втягивайте. Сейчас вода выходи. Шарка стала. Иисус, спасибо. До конца, до конца. Сейчас тело, ты начнешь уменьшаться в весе быстро. Моментально. Сверхъестественно. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что исцеляешь. Спасибо, Дух Святой. Сейчас тело уменьшается весь, уменьшается, уменьшается. Во имя Иисуса Христа. Жизнь Божия течет. 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 От макушки до пят. От макушки до пят. От макушки до пят. От макушки до пят. Во имя Иисуса Христа от макушки до пят. От макушки до пят. От макушки до пят. Свобода. 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 Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Что чувствуете сейчас? Голова. Сначала похудение головы началось. Иисус, спасибо. Во имя Христа, спасибо. Делайте 20 приседаний. Да. Иисус, спасибо. Боль есть? Есть еще? Господь, я благодарю тебя. Я говорю, во имя Иисуса Христа воспаление полностью прекращается. Палец исцеляется сейчас. Именем Иисуса. Воспаление, боль уходит. Спасибо, Иисус. Все. Конечно, исцелить. Хорошо, друзья. ДТП. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что исцеляешь во имя Иисуса Христа сейчас. Дух церебрального паралича, и гоняй тебя. Выходи вон. Выходи. Выходи. Поднимайте, выходи. Сейчас все тело исцеляется, освобождается. Именем Иисуса Христа. Хроматомы свободны. Сейчас все последствия церебрального паралича уходят. Все тело восстанавливается, разум приходит в порядок. Именем Иисуса Христа атрофированность уходит. Дух Святой, спасибо, благодарю тебя. Именем Иисуса все изъяны исчезают.
А так же чувствует. Чуешь, Ольга, что сегодня с каждой. А потом уже подаешь на них, что же мы на заработе спали. Хорошо, что трудно было делать? Я не думаю, что я знаю, что мало ли. А? Я думаю, поспела. Хорошо, Господь, я благодарю тебя за полное исцеление этой женщины. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе. Функция речи начинает работать нормально. Все тело исцеляется, освобождается. Именем Иисуса. Объявляю тебя свободным. Аминь. Хорошо. Спасибо, Иисус. Иисус, спасибо. Да. У меня варикоз. Пищевод. Иисус, спасибо, благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, моментально. Варикоз пищевода, я приказываю тебе выйти. Именем Иисуса изгоняю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Иисус, спасибо. Варикоз уходит, 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 пищевод раскрывается и исцеляется. И минус. Как сейчас? Я же не могу почувствовать. А что вам надо делать? Кушать что? Перец. Вы проверяете только кишкой. Хорошо, как чувствуете сейчас? Астроскопию делаете? Ну, чувствуете... Была боль? Хорошо. Нет, боли нет. Боли нет. Хорошо, идите с верой. Вы верующие? Буду с верой. Всё. Хорошо, слышно. Володя, давай. Само же я хочу, чтобы... Да, чтобы Бог ему открылся. Ой, как будто вот так. Хорошо, настучно. Хорошо, что у вас? Натоптишься, и тут порезано вниз. Угу. Отец Небесный, я благодарю тебя, Господь. Здесь варикоз исчезает именем Иисус. Спасибо, Отец, спасибо, Иисус. Отец, спасибо за новый мениск. Новый, Папа. Хорошо. Во имя Иисуса Христа сейчас я провозглашаю появление нового мениска в колено Христа. Сейчас. Спасибо, Иисус, спасибо, Господь, спасибо, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа сейчас колено начинает работать свободно. Я приказываю всем натопившим раствориться еще. Господь, спасибо. Дух Святой, благодарю тебя за чудотворение колена и за исчезновение натопившим. Спасибо, Господь, за то, что ты убираешь прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Боль была от натопшей? Да. Сейчас есть боль? Еще чуть-чуть. Боль шла практически все? Да, да, практически. А как колено? Ну, колено тоже на колени там всегда. Оно всегда на колени. Ну, вот. Что трудно было делать? А оно бывает, или неправильно как-то встал со ступеньки, или как бывает, что выворачивается, раскатывается. Ну, приседать можете? Ну да. Нормально. Приседал, это все да. Вот это. Хорошо, шел на ступеньку? Ну, ступеньку идешь, или там где-то камешек какой-то попался, только раз, и... Вы, ой, вон, покрутите, вот, да. Покрутите. Ну, есть болит, это вот начинает. Есть болит сейчас? Крутишь, да, вот тут вот начало болеть. Здесь еще болит, да? Да. Дух Святой, спасибо, благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за исцеление. Колено исцеляется, освобождается. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо. Сейчас полностью колено приходит в порядок, исцеляется, свобода, свобода, свобода. Во имя Иисуса Христа. Спасибо. Спасибо. Еще раз попробуйте, пожалуйста. Боль ушла? Да, да. Боль ушла? А хромали зачем? Потому что натоптишь, это пока камешек маленький. Ну, оно походить не есть, натоптишь? Ну, есть, да. Болит еще? Да, вот эта сторона болит. Вот это болит еще? Да. И тут спасибо.
Господь, я благодарю тебя за то, что исцеляешь. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Жизнь течет, натоптыш полностью растворяется и уходит. И боль уходит. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Еще раз проверьте. Ну, я не так. Есть, чуть-чуть есть, но не так. Дух Святой, спасибо, благодарю тебя до конца. До конца боль уходит, на то, что растворяется и уходит. До конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Во имя Иисуса Христа, до конца. Еще раз. Нету боли, да? Слава Богу, все, аллилуйя. Хорошо. Давайте. Кто? А можно за внучку помолиться? На паузу нажимайте. За эту лица. Я видел. Хорошо. А что у вас внучка была? Ну, за эту лица. Ну, родилась, а оно там. Левую камень. Камень, да? А они вот там четко есть. Вы точно знаете? Ну, вот как это делаете? Сейчас легко. Я же когда, помните, молился, что камни исчезали? Да. Ну, идите на УЗИ и увидите. Иисус, спасибо, благодарю тебя за то, что исцеляешь. Спасибо, Господь, сейчас вся проблема в сердце уходит. Именем Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Дух немощи вон. Все. Легко стало? Да. Перестало болеть? Да. Слава Богу. Хорошо.